Выдающимся результатом и доказательством динамичного роста Казанского федерального университета является вхождение в предметные рейтинги независимого авторитетного британского издания QS, охватывающего более 4000 лучших университетов со всего мира. Особо хочется отметить, естественно, научный блок КФУ, а в частности химический институт имени Бутлерова, прославившийся в стране и в мире выдающимися выпускниками, разработками и своей небезызвестной химической школой. Внутри России мы стабильно находимся в первой тройки, четверки ведущих классических университетов России. И даже по данным того же Министерства образования и науки Российской Федерации, где-то на одном уровне вот с московским, санкт-петербургским университетами, но я имею в виду химические факультеты, значит, ну и Новосибирский университет там еще рядом, вот где-то в этой там тройке, четверке мы регулярно, так сказать, присутствуем. Цикл роста в предметных рейтингах представители университета регулярно прослеживают на ежегодных защитах дорожных карт подразделений. На предыдущих этапах успешная динамика была связана с программой развития, инфраструктурными преобразованиями, программой повышения конкурентоспособности и привлечением ученых с мировым именем для работы над проектами КФУ. Сейчас университет находится на пороге очередного прорыва. То есть вот по всем, нужно двигаться, естественно, по всем направлениям. Мы стараемся развиваться, не останавливаться на месте. Вот это позволяет нам достаточно уверенно продвигаться в рейтингах. И мы надеемся, что в ближайшее время мы так, если по 50 позиций будем в год прибавлять, а может и больше, то дойдем до топ-100. Химическим наукам в университете всегда уделяется довольно обильное внимание, как со стороны ученых, так и со стороны студентов. И, что немаловажно, попадание в предметные рейтинги не является единственным показателем эффективности. Многое зависит от поступивших абитуриентов, часть которых навсегда связывают свою жизнь с загадочным миром науки. У нас нет никаких проблем абсолютно с трудоустройством выпускников. Значит, более 90% из них работают по специальности, и, то есть 50% выпускников, они сразу, так сказать, уже идут в науку, значит, и, соответственно, защищают кандидатские диссертации, значит, потом многие защищают докторские диссертации. Рейтинг QS, созданный как инструмент, позволяющий абитуриентам определиться с выбором, стал целой индустрией. Как правило, самые сильные абитуриенты выбирают именно те вузы, которые смогли заявить о себе в рейтингах на весь мир. Ежегодно ряды первокурсников химического института входят сильнейшие олимпиадники страны. Здесь вопрос такой специфический, что такое подготовленный школьник. Для некоторых подготовленный школьник – это который все выучил, все знает, отбарабанил, и все отлично. Уровень образования, уровень науки – с моей точки зрения, определяется теми пацанами, мальчишками и девчонками, которых мы принимаем. Можно не сомневаться, что будущие Менделеевы буквально через несколько лет уверенно встанут у руля наук. И каково будущее отечественной химии напрямую будет зависеть только от них. Пока на сегодняшний день Казанский университет уверенно закрепил свои позиции в рейтинге и на достигнутом вряд ли остановится. И хотя попадание в предметные рейтинги не было единственной целью КФУ, достигнутые результаты убедительно говорят о признании заслуг казанских химиков и высоком уровне образования, получаемого в стенах одного из старейших университетов России. Адель Шамилова, Владислав Михневский, Роман Самарин, Универньюз.